Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости нашего канала. Сегодня этой ночью передавали в Курганской области до минус 2. Мне пришлось опять же все свои помидоры, видите, вот опять же вот укрывать помидоры, перцы. Это с одной стороны, конечно, плохо, когда нету теплицы, но будем уже в дальнейшем на будущие годы думать о теплице, чтобы было. Ну, вроде бы, слава тебе, Господи. А на вот этих вот уже последние оставались. Видите, они у меня еще привязаны. Видите, вот. Ну, вроде бы, слава тебе, Господи, не было мороза. Я уже, знаете, просто мне уже на них уже ничего не хватило. Я же думала, ну, будет, что будет, а. Нет, что-то вот у меня одна помидорка завяла как будто. Вот, смотрите, что-то такое вот. Не знаю, может, прихватило. Утро сейчас очень холодное. Вообще холодное. Вот. У меня тут тоже в этом ящике тоже помидоры с перцами. Вот они у меня тут. Тоже вчера закрыли с мужем. Потом далее. Тут у меня огурцы мы закрыли. Огурцы тоже. И тут тоже вот огурцы закрыли. А вот тут у меня перцы. Острые перцы. Ну и был остаток помидор. Вот, остаток помидор, но вроде бы не держится. Да не, нет, не держится. Вот это уже примерзло. Уже завяло. Ну, видимо, местами. Может, похолоднее было, что ли, скажем так. Это мне тут острые перцы. Картошка держится, картошка. Если даже картошку прихватит, она немножечко, но все равно, в смысле, хотела сказать, все равно отойдет потом в итоге. Вот так-то. Вот таким образом я пытаюсь защищать свой урожай. А что делать? А вы представьте себе вот просто, да, вот человек трудится, все ухаживает, поливает, пасынкует и прочее. А потом бабах, просыпаешься утром, они у тебя все эти замерзшие. То что можно подумать? Мне кажется, я вообще просто рядом замерзну тоже. Не дай бог, конечно. Я очень ценю свой труд. Я очень ценю то, что я делаю, потому что это я делаю, я устаю. Бывает, ложишься без задних ног, как говорится, даже не чувствуешь, что ты там евшая, не евшая, пившая, не пившая, спать хочется. Не, вот такие вот дела. Вот тут тоже у меня перцы. Вот перцы, тут половина закрытая, половина нет. Вот. Вот так-то. Но я далеко убирать не буду, так как этой ночью опять же понедельник, вторник, среда, получается, это скажите, до плюса 5 стоит, там 5-6 стоит. Если 5-6, это точно будет плюс 1-2, может быть, даже может быть 0 градусов лучше. Пусть у меня 2-3 дня так будет, а потом я уже буду убирать всю посуду. Так что вот всем пока.